Ой, как все надоели, ребят. Ну, честно. Сейчас винегрет поем, не могу. Есть хочу. А где крышка? А крышка-то где от этого от соли? Господи. Как надоели все. Давайте пожрем на камеру. Меня смотрят все жирные, толстые, семимесячные. Ой, да ладно, смотрите все, кто хотите. Отъебитесь от меня, жрать хочу, не могу. Со своими батареями. Не, ну правда, ребят, как так можно? Они пришли, измерили, воздух 19 чем-то там колебается, а батареи холодные, как это? Ну, естественно, это, как ее... Естественно. Вечером придите, посмотрите, как дома холодно. А что это такое? Я не могу, девки, мне смешно с собой. Надоели. Сейчас там в подвале. Сейчас сосед придет, я ему скажу. У нас стоят вместе я, сосед и со второго этажа многодетная. Там текет, лопнула труба. Сосед уже купил все, пускай тоже дает, это тоже его. Это вообще там течет. Сейчас видео показали в подвале. Лопнула труба. Ну, труба, куда мы срать, ссать ходим. Как называется канализация? Я пойду учиться на слесаря. Ой, на сантехника. Да и хрен с ней, на слесаря тоже надо. А слесарь это что такое? Дрова пилит, который слесарь, да? Конечно, чтобы деньги тоже сдавал. Я тоже дам деньги. Уже купили там какие-то переходники, трубы, где канализация лопнула. Отопление будет делать. Что такое? Сегодня праздника никакого нету.
А то набухаюсь. Знаете, ребята, я вам честно хочу сказать, я там могла там раньше крикнуть, когда свет воровали, а сейчас, я клянусь, мне все фиолетово, что сломано, не сломано, батарея, я такая спокойная. А знаете почему? Я в день, каждый день по 3 таблетки пью. Форте. Валерьяна, у меня фиолетово. Угу. Жрать хочу, не могу. А что это такое? Сейчас давай поженимся будет. Ой, как надоели мне все. Все надоели мне. А что, ребят, сказать нельзя никому здесь. Угу. Я говорю, а что вы вечером не пришли измерять, как холодно? Ну, батареи потрогала. Про угол сказала ему, а ему похую. Это не моя вина. Ой, нахуй, не хочу ничего. Не хочу ничего. Монако хочу. Загорать. Надо товарка выехать, ребят. Угу. Мне она написала, с каких до каких там. Ну, я поняла, где это. Товарка, там, где помойка, я снимала. Я поняла, где это. Угу. У меня госуслуги есть, надо подтвердить его. Ехать товарку, вот сказали. А здесь девочка сидит совсем другое. Она мне объяснила, я только справки могу, что-то паспорт поменяй. Я бы тоже паспорт поменяла. Я есть хочу, не могу. Ну, я пошла не ела, ребят. Кофе попила. Скоро Новый год. Мандаринки. Как надоели. Ой, вот знаете, что там кишки, вот клянусь. Я пойду на это, ребят, узнайте на сантехника, сколько надо учиться. И это платно или бесплатно, а что делать? Я в подвал хожу, как домой к себе. Но ни хера не понимаю. Пойду. 3 года учиться надо на сантехника или сколько?
заочно пойду. Винегрет вкусный, конечно. Спать хочу, ребят. Кто бы знал бы. Я клуб сняла там внутри. День бабушек пойду я наснимаю. Елена Михайловна молодец, такая девочка. Я ее маленькую, такая... Она красивая, волосы кучерявые у меня. Она моему сыну нянчила, поднимала его. Он толстый был. А сейчас она сама замужем. Муж у нее хороший. Два сына, один взрослый вообще. Хорошая такая девочка. Какая девочка? Ей лет на 40, наверное, ей. Угу. Ей 40, наверное, девочка. Я полностью семью ее знаю. Угу. Угу. Да. А я Ленка, Ленка. Надо Елена Михайловна. Она работник клуба. Понятно, жители? Надо так ее звать. А не Еленка. Елена Михайловна. Там какие-то начальники приехали с Калуги. Они наржались. Не знаю, почем они там. Там наш Николай Николаевич был. И я разговор завела. Они говорят, мы не по этому делу, мы из Калуги. О, я говорю, я тоже калужская, с Малиника, первую школу закончила. Ну, вы знаете, я такая простая. О, Лариса, гляньте, подруга моя. Девки, мне надо товарка выехать. Угу. Нет, я просто не пойму, а почему 10 тысяч? А там есть, извините, по 1000 с чем-то, и это... я там ключи половину сняла, потому что налоговую потом поеду, девки. Ну, у нас амортизацию-то сняли, мне с Америки прислали на электронную почту все. И Скорпион тоже. Он сказал, я не буду обновлять, я тоже. А что я, 3 года у меня как там налоговая оформлена в США. А что я буду обновлять? У нас амортизации нету. И Серега с Балабана сказал. У меня отняли, все отняли. Я говорю, мне тоже. Он такой сладкий, девка. Я не пойму, а если у людей по 1000... По 2, по 3 к. Одна сказала, мне наберется 9,5. Я удалю этот канал, еще заведу. Ну и ладно. А там ничего такого нету. Там и эта девочка, которая... МФЦ здесь сидит. Она по-другому у нее. Она сказала прописку, паспорт там поменять, фамилию, что-то. А это мне в Товарково. Она нашла раздел этот, ребят. В госуслугах есть раздел теперь.
Ну, мне эти-то Серега скинул с Балабанова, какой раздел. Мы набирали не так, а мы написали, как зарегистрировать канал YouTube. И сразу высветился. Там написано с 10К. Угу. Десять дней через телефон надо. Короче, там надо что? Номер телефона, электронной почты и ННН. И все, больше ничего не надо. Угу. И 10 дней. Серега 10 дней ждет. Уже не знаю, пришло ему. Угу. Все, не хочу ничего. Ну, я поеду во вторник. Госуслуги, они подтвердят мне. Если они смогут, то там пускай меня оформят. Правильно? Ну, что, девки, ну, что, правда, я не могу. Ой, мне так башка... Не башка, я дурная. Заебали мне с этим отоплением. Разборки. Эти... Ага. Эти разборки заебали меня, честно вам говорю. Ну, потрогайте, причем здесь воздух? Воздух нормально, но батареи-то. Сейчас тепло на улице. Сейчас будет минус, будет холодно дома. Ну, что, вообще, что ли? Я просто этого не пойму. При плюсе идут. Пускай идут. Не сделают батареи, я тогда буду обратно писать. Ага, пришли воздух измерять, когда на улице плюс. Батареи холодные. Ой. Ладно, ребят, давайте все, я полежу перед стримом. Суп надо было разогреть. Ладно, не буду я. Все, давайте, зайки, вечером заходите, муси-пуси, я вам потанцую. Хейтеры мои любимые, семимесячные, не забудьте. Все, давайте.